И мы продолжаем выпуск. 26 марта стартует прием заявок на соискание премии «Наше Подмосковье-2018». До 31 мая включительно члены комиссии примут на рассмотрение социально значимые проекты уже сделанных или только планируемых добрых дел. Об этом сообщает портал РИАМА со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева. Общий размер призового фонда премии в этом году составит 180 миллионов рублей. Члены жюри отберут 2018 победителей. Ключевыми особенностями конкурса на этот раз станут в том числе и специальные премии для волонтеров каждой из номинаций. Напомним, премия «Наше Подмосковье» – это акция по поддержке общественных организаций и инициативных групп, делающих добрые дела на территории Московской области. Впервые конкурс состоялся в 2013 году. За 5 лет в премии приняли участие более 150 тысяч человек. 10 тысяч стали лауреатами и получили денежную премию до 500 тысяч рублей. В 2017 году лауреатами конкурса стали 1818 человек. Из них 63 – люберчане. Прием заявок на премию «Наше Подмосковье» продлится до 31 мая. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.